Кемеровская группа «Рекорд Оркестр» совместно с режиссером Виктором Вилксом представила проект «Тоталитарная сага». Это два видеоклипа на песни «Русский снег» и «Миллион миль». Съемки начались в марте 2016 года на Байкале. Идея саги очень глубокая. Первая часть «Русский снег» рассказывает о войне, о том, как бывшие друзья поневоле становятся врагами из-за политических игр двух вождей – Германии и СССР. Вторая часть «Миллион миль» — это история примирения. Название самой песни тоже символично, ведь конфликты зарождаются молниеносно, а путь к примирению долог и тернист. Ганс и Тимофей — главные герои саги. Если с ролью Тимофея все было понятно сразу, то с Гансом пришлось повозиться. Изначально его должен был играть профессиональный актер, но в итоге роль исполнил продюсер группы Андрей Сиран. Итог совместного творчества в официальной группе «Рекорд Оркестра» ВКонтакте.